Харли Квинн – вымышленный персонаж вселенной DC. Суперзлодейка впервые появилась в мультсериале 1992 года «Бэтмен», а также была введена в комикс. Харли – главная соратница Джокера, влюблена в него, чем злодей активно пользуется. Ей ненавистен Бэтмен и все его окружение. Другой персонаж, с которым у Харли сложились хорошие отношения – Ядовитый Плющ. Это шоу «Фактурама», и мы начинаем. В магазине Mana 8 вы найдете ключи, гифты, аккаунты с секретным паролем, коды для танков и прокачку для GTA. Также на сайте имеются рандомные ключи по жанрам игр, подробности о них на том же сайте. Сайт предоставляет гарантию на все товары и отзывчивую техподдержку. Ссылка на сайт Mana 8 в описании под роликом. Родителями Харли стали аниматор Брюс Тим и сценарист Пол Дини. Персонаж был разработан для эпизода «Уловки Джокера» мультсериала «Бэтмен». По сюжету в комнате с полицейскими из огромного торта должен был выпрыгнуть сам Джокер. Но такой вариант показался странноватым, и было решено создать для этого момента клоуна-помощника. Впрочем, в итоговой версии сценария Джокер сам сделал это. Тем не менее, новый персонаж был введен в мультсериал, а в 1993 году Харли Квинн впервые появилась в комиксе, после чего неоднократно фигурирует в разных сюжетных линиях. Персонаж входит в список 100 самых сексуальных героинь комиксов и занимает 16 место. Также Харли Квинн стоит на 45 месте в списке 100 самых лучших злодеев комиксов. Персонаж должен был появиться в продолжении фильма «Бэтмен и Робин» 1997 года, но провал фильма привел к отмене съемок пятой части. Ходили слухи, что ее роль должна была исполнить Мадонна. Также Харли была главной злодейкой в провальном сериале «Хищные птицы». Режиссер и актер Кевин Смит, который также является большим любителем комиксов, назвал свою дочь Харли Квинн. Изображение Харли Квинн с застегнутым ртом некоторое время являлось аватаром для пользователей социальной сети ВКонтакте, заблокированных за распространение спама. Ребят, напишите в комментариях, а про какого героя комиксов вы хотите увидеть следующий выпуск. Также не забывайте посетить магазин Mana 8, поделиться этим видео со своими друзьями, поставить лайк этому ролику и подписаться на наш канал, если вы не сделали это ранее. До новых встреч, друзья! И не забывайте, дальше будет еще интереснее.